голосами, кто видит мир влюбленными глазами, для тех, кто обойти готов полсвета, любимых повторяя имена. Три месяца лет. Потоком. Пускай в узорах белых стекла окон, пускай сбивают с ног порывы ветра, но если сердцу молодость дана, три месяца лет. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые россияне. Я счастлива сегодня петь для вас. И, конечно, благодарю своих друзей, петербуржцев, за совместную работу. Петербургский эстрадно-симфонический оркестр под управлением Станислава Константиновича Горковенко. Дирижер из Казахстана Канат Ахметов. Кезінде есігі ашқан
тістік мен бүгін оны таптым. Бастадым бір әнін махабатты. Аққайым айыла барманымды. Любовью встретиться. С любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом они найдут никогда. Любви еще одна задача сложная, найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, теряют люди друг друга, проходят мимо друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Спасибо вам большое. Новая песня композитора Луиса Мигеля на слова Иран Гаеп. Сен және мен, ты и я. Сен, тағы да сен сұлғой, терезелді қаққан сен, тағы да сенсің. Сен, тағы да сенсің қой, қабағымды баққан сен, тағы да сенсің. Сен, тағы да сенсің қой, сен, таңға жая белесің.
зорлықтың сендей Одосамен мен, ошанда мен мұлай сен Тағы да сен сұн қой, менің ием сен қой Сен сен қой Мен тағы да мен Сіз талап сүйгенмен Тағы да мен Мен Тағы да мен мұғой Көзсіз жанап күйгенмен Тағы да мен Мен Тағы да мен мұғой мен Таңға жая белесің бейне Ғымарлық ем Ошанда де сұраса Мен тағы да мен мұңқой Тапқан көзден жаса Зарлықтың сенде жоқа мен Барады мен мұнасы мен Тағы да мен мұңқой Танам келден из репертуара великой французской певицы Мирей Матье. Прости меня.
ретро-песни казахстанских авторов. Неге жаным мұңайдым, мен сүйетін назым қайда жадыраша шырайлым. Жаралғандай сағыныштым, қайда сені жақсы әлі, жүрегімді жарып ұққан дауысында аңсадым. Көрмегелі айлар өтті жұлдыз бардым, ай бардым, еркен назым қайда кетті қабағымнан айналдым. Сен жадымда қалмайсың, қиындықта қалыспай, қиялымды жалғайсың. Мол бақыттың жағайында, сырласың мен айдалдым. Қарағай мен қайыңдай, бұтыр-тұрып жайқалдым. Сәулем, 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 күн шамалын арымсың. Сезімдегі жаласың, үмісімдегі балдымсың. Дөбірінің үрісі. Жанарымына, жанарымнан қара сен. Көзің сенің өлдіргін, ұмық кия жолықты. Шарасынан солы берігіз, төгілірді қорапты. Жазырнатқан жаныма, сәлем құлы сезімісі. Жарақтында сыйлаған, жанарымда өзірсен. Сәлем, 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 күн шамағын арымсын. Сезімдегі жолысын. Жанарымына, жанарымнан қара сен. Кеші-кеші бермен кеші құлданса, түрсіз-өзі көңіліңе ұнанса. Кетермен деп айтырма деп зәрем жоқ, не де болса келіп кеші оңаша. Кетермен деп айтырма деп зәрем жоқ, не де болса келіп кеші оңаша. Кедімнан қысып қалдым көзімді, жерге тұстып кетемеді сөзімді. Лүпілдеген жүректе зәре жоқ, сабыр етіп тоқтатамын өзімді. Лүпілдеген жүректе зәре жоқ, сабыр етіп тоқтатамын өзімді. Жас күнінде жайнаған мазатыдай жер солу. Аққу қаздары тойлаған айдыны жалғары көлі солу. Өзгеден дейін солу, өмірлік өстені солу. Өзілмі сүйеп ұнатқан, бәрінен де сен солу, сен солу. Тәрбиелі тамаша балмен езге жар солу. Қанат Ахметов. Наши ведущие артисты встречаются довольно редко, потому что маршруты гастрольных поездок у всех разные. Для этого зала Батырхан Шукенов написал песню новую. Называется «Мы встретимся». И они здесь встретились. Роза Рымбаева и Батырхан Шукенов. Мы с Батырханом в составе «Арая» вместе пропели
проездили и не раз выступали в этом зале ровно 10 лет. Потом, естественно, каждый из нас стал самостоятельным художником. Песни Батрахан Шукенов. Разрамбаев. С первых дней на эстраде, на профессиональной сцене я пела под руководством своего мужа, композитора, аранжировщика,
дирижера Тасқана Оқапова. И следующая песня посвящается Тасқану Жақыным Алыс. Сейчас премьера новой песни о Москве, которую будет дирижировать Александр Беляков. Мы очень волнуемся и надеемся на вашу поддержку, уважаемая публика, так как песня все-таки о Москве. Я могу
меня, они как люди смотрят на меня. Я как годы прежние опять под окном твоим готов стоять. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей. И на свет его лучей я всегда спешу быстрее, как на свидание юности моей. Я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон, негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет московских окон, негасимый свет. Рахмет. Премьера еще одной песни, конечно, это песня о Казахстане. Так как, в общем-то, у меня в репертуаре постоянно звучат патриотические песни, и почему-то публика к этому привыкла, и все ожидают именно вот такие патриотические песни в моей программе. «Акку елім Казахстан» ее написал композитор Ерлан Канапьянов. Где-то он должен сидеть в зале. Ерлан, где вы? Вы в зале? Вы переживаете за меня? Я впервые пою вашу песню «Акку елім Казахстан».
Александр Великов. Казахстан. Эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербург, Россия. Мы еще с вами встретимся не раз. Я надеюсь, у меня очень много будет концертов в России, не только в год Казахстана, но и в дальнейшем. Спасибо вам за этот теплый, сердечный прием.